Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся на основной экспозиции Государственного исторического музея. Отсюда мы начинаем новую серию выпусков передачи «Хранители памяти». Государственный исторический музей – это первый в России общероссийский национальный исторический музей. Императорский указ о его организации был подписан 9 февраля 1872 года. И в 2022 году мы будем широко отмечать 150-летие нашего музея. Чтобы понять значение этого музея для нашей общественной, культурной жизни, важно понять, что тогда, когда он организовывался, в России не было таких музеев. Был императорский Эрмитаж, была оружейная палата, но вот такого музея истории, истории для народа, не было. И поэтому известные ученые, общественные деятели, как граф Алексей Сергеевич Уваров, полковник Чепелевский, генерал-адъютант Зеленой, они выступили с инициативой создания Музея российской истории. Такой как бы предысторией основания самого музея послужила политехническая выставка 1872 года, которая была приурочена к 200-летию со дня рождения императора Петра I. И она аккумулировала, так сказать, вокруг себя вот такие исторические, творческие силы и выявила необходимость создания такого общегосударственного музея. Поскольку это был первый опыт такого крупного музейного строительства, то тоже, так сказать, было, по крайней мере, две концепции создания этого музея. Одна концепция, которую представлял, например, граф Алексей Сергеевич Уваров, состояла в том, что исторический музей должен быть построен по царствованиям, показывать, так сказать, вот такую государственную историю и акцентировать свое внимание именно на памятниках государственности. Иной точки зрения придерживался известный наш историк Иван Егорович Забелин, который считал, что музей должен быть, как он писал в своих дневниках, не музеем редкости невиданных вещей, а музеем народной истории, народной жизни. И, собственно, вот его концепция, она была положена в основу музея. Все-таки эти две концепции, первая тоже была учтена, но все-таки вот идеи Забелина, они сыграли решающую роль в создании экспозиции исторического музея, и что особенно важно, в выработке концепции комплектования его фондов. Как бы это то, вот последствия этих основополагающих идей мы можем видеть и сегодня в экспозиции нашего музея, в тех памятниках, которые здесь представлены. Создание музея действительно было встречено российским обществом с большим энтузиазмом. Московская городская дума выделила очень, по нынешним временам, вообще супер престижный участок для здания, специально для здания исторического музея. Вот здесь, на Красной площади. И надо сказать, что один даже из вариантов этого участка был у Кремлевской стены, где ныне стоит мавзолей. Ну, так сказать, все-таки остановились на этом. И когда тоже основатели нашего музея, вот и Алексей Сергеевич Уваров, и Забелин, вырабатывали концепцию архитектурного оформления здания, они учитывали общий ансамбль Красной площади, то, что напротив этого здания находится такой символ русского зодчества, как храм Василия Блаженного, и поэтому вот был принят проект архитектора Шерлта и инженера Семенова, здание исторического музея в том виде, в котором мы его видим. Все знают его по репортажам о парадах и всех, так сказать, центральных событиях нашей современной истории тоже. И стали готовить экспозицию. Здесь тоже были различные точки зрения. Вот именно эти две основополагающих концепции формирования исторического музея тоже, так сказать, здесь обсуждались. И даже в экспозиции мы можем видеть, ну, некоторые реплики вот той первой концепции государственности, когда речь шла о том, что для того, чтобы показать определенный
так сказать, период, определенные события, надо показать какой-то выдающийся памятник этого события. Но этот памятник, например, был в Новгороде, Сектунские врата. Они не могли быть в музее, поэтому с них делали копии специально для исторического музея и для экспонирования в рамках этой концепции. Но поскольку концепция Забелина возобладала, то музей пошел по пути комплектования фондов подлинными вещами, не какими-то репликами и копиями, а именно подлинными вещами. И тут очень, так сказать, широко откликнулось русское общество на эту идею создания исторического музея. В музей стали поступать щедрые дары. Значит, все сословия, буквально все сословия приняли в этом участие. И, конечно, так сказать, дворянское сословие, которое располагало семейными такими богатейшими коллекциями, купцы, многие из которых были коллекционерами, и, в общем, нету ни одного такого имени, который бы вот в наш музей не принес какой-нибудь дар. Причем это дары могли быть как от единичных таких особых памятников, так и до целых коллекций. И в 1905 году наш музей буквально в два раза увеличил количество своих фондов за счет двух крупнейших дарений. Одно – это Петра Ивановича Щукина, которое поступило по его завещанию 1904 года. У него был музей древности. И коллекция Алексея Петровича Бахрушина. Две таких вот разных коллекции, которые, ну, существенно просто обогатили наши фонды. И другие, так сказать, купцы там и собиратели, ученые тоже по возможности жертвовали в наш музей. Также общественные организации, просветительские общества, учебные заведения. И что мне хотелось бы вот особенно подчеркнуть, что и представители церкви, и лично церковные учреждения тоже находили нужным передавать исключительные по такой исторической ценности вещи именно в исторический музей. И здесь вот в этом зале мы видим икону Василия Великого и Василия Парисского, которая была передана в исторический музей еще до революции ключерем Архангельского собора. Это была абсолютно темная доска, и уже никто, так сказать, не видел и даже не подозревал, что, собственно, может открыться под этой потемневшей олифой. И только в стенах музея вот эта святыня, которая связана с именем отца Ивана Грозного, великого князя Василия Ивановича, вот она обрела свой подлинный вид. Также, ну и из Новодевичьего монастыря тоже дореволюционные были такие поступления, передали крест для игумени монастыря. То есть как бы вот что мне особенно хочется подчеркнуть, что все общество понимало, что музейное строительство – это строительство на века, это строительство для будущих поколений, для нашей истории, для такой вот живой исторической памяти. Экспозиционные залы первого этажа, это можно прекрасно увидеть, они оформлены в различных стилях. И это тоже была глубоко продуманная программа, потому что уже упоминавшиеся мной основатели музея, они продумали все до мельчайших подробностей. Каждый зал был оформлен в стиле той эпохи, которая должна была быть показана в этом зале. И залы первого этажа получили свое, так сказать, полностью архитектурное и художественное завершение. И они были открыты в 1883 году в завершении коронации Александра III. Он посетил открытие музея, осмотрел эти залы. Ну, так сказать, был всем доволен, тем более, что этот музей носил его имя и пользовался его покровительством. И, добавлю, императорская семья тоже в исторический музей дарила очень многие, так сказать, ценные вещи. Залы второго этажа не успели приобрести такое исключительное оформление, потому что, ну, грянула Первая мировая война, затем революция, и те планы, которые были тоже вот на второй этаж составлены, они, так сказать, не успели реализоваться. Исторический музей в последней четверти XIX века, в начале XX, опять же, пользовался, так сказать, вниманием и имел славу как центр
культуры, не только как вот музейная экспозиция, но и как научный центр, общественный центр. Здесь были вот в еще не отделанных залах второго этажа были мастерские художников. В частности, Суриков написал здесь три своих картины, которые теперь в Третьяковской галерее. Он пользовался музейными фондами для того, чтобы верно отобразить какие-то исторические предметы. Сюда приходили и другие художники, и Виктор Михайлович Васнецов, Зворыкин. Здесь работали художники, оформлявшие изделия известных ювелирных фирм. Приходили деятели театра для подготовки исторических спектаклей. Здесь была первая в Москве публичная аудитория. Она просуществовала до 1912 года, когда, так сказать, она переместилась в Политехнический музей. Вот эта знаменитая уже аудитория до 20 века дожившая Политехнического музея. Здесь велись научные занятия, работали известные ученые. И уже к 1917 году оказалось, что количество собранных материалов значительно превосходит вот те возможности площадей, которые имелись у музея. И городская дума обсуждала, так сказать, вопрос о передаче вот этого здания, которое теперь действительно и входит в нашу структуру, здание Московской городской думы для расширения вот возможностей исторического музея. В настоящее время, ну, естественно, что в 20 веке музей пережил все перипетии, которые, так сказать, были, и октябрьские бои 1917 года, вот тут рядом как раз была Никольской башни, известный эпизод с иконой Николы, которая чудесным образом избежала разрушения от обстрела. Все это было под стенами нашего музея. И Алексей Васильевич Орешников, первый ученый, главный хранитель исторического музея, оставивший очень подробные дневники, доведенные до 1934 года. Вот так много ценных записал воспоминаний, наблюдений, что это просто вот такая энциклопедия музейной московской жизни. Конечно, эмигрировавшие представители дворянства, вот они оставляли в музее тоже свои вещи на сохранение в надежде сюда вернуться. Ну, так сказать, у всех это получилось. В годы Великой Отечественной войны наиболее ценная часть фондов была эвакуирована в Хвалынск, потом она сюда вернулась. Позже уже развернулось, так сказать, комплектование в виде таких историко-бытовых экспедиций по различным регионам нашей страны. И вот в настоящее время фонды музея насчитывают около 5 миллионов экспонатов. Это крупнейшее собрание в нашей стране. 15 фондовых отделов, в которых хранятся памятники по видам материалов. Ну и, так сказать, вот ведется и большая выставочная деятельность, научная деятельность. Исследуются, открываются новые памятники. Ну и по возможности это представляется вот в постоянной экспозиции, ну или в выставочных проектах. Дорогие телезрители, мы продолжим рассказ из Государственного исторического музея. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго! До новых встреч!